Nokia 1650. Замена дисплея. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 1650». Классическими причинами неисправности или некорректности работы дисплея являются механические повреждения. Уронили, ударили, надавили. Другим распространенным случаем для данной модели можно признать попадание влаги на коннектор дисплея. С помощью пластиковой лопатки извлекаем дисплей из металлической рамки. Новый дисплей вставляется на место старого и просто защелкивается пальцами. Все, дисплей заменен.